объединяя всех нас. В минувшем году нам пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний. В том числе таких, как бесчеловечные террористические акты в Волгограде и беспрецедентные по масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке. В дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной. В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с новогодним посланием не как обычно из Московского Кремля, а с Дальнего Востока, куда приехал, чтобы встретить Новый год